Величайшего для величайшего. Так, сейчас. Сюда. А, зачем эти еще по-любому пятки? Блядь, это пиздец, сейчас сложно будет залететь. Все. Отлично, брат. Отлично, нахуй. Изичайшее для Джонни. Величайшего. Красиво. Так, следующий у нас есть уровень, да? Теперь тут, да, думать нужно мне? Я так понимаю. Теперь нам нужен обратно. Понимаешь, все? Да, теперь нам нужно обратно, ебаный Патрик, друзья. Чтобы пройти дальше. Пикаем Патрика, короче. Окей, alright. What's going on? Пикаем Патрика, блядь. Так, Патрика мы пикнули. Бля, прикольно, прикольно. У нас получается два кристалла. Нам нужно все шесть, правильно? Чтобы выполнить эту миссию. Так сказать, не ебическую. Так, стоп. Так. Теперь нам нужно найти этого квадратную чепуху, ебать. Так. Чтобы закинуть... Ой, блядь. Так. Вопрос. Угу. 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 Понятно. Это понятно, друзья. Так. Так, точно! Это что? Ой, бля! Братан! Патрик! Тупо лучший. Ну тут да, тут на самом деле пока что да не очень сложно идет. Это все задание. Пока что нормально, ребят. Стараемся, по крайней мере, пройти это. Не забываем также ставить лайки. Бля, как скрипов тренды, ебаный в рот, ребят. Не забываем ставить лайки. Летим в тренды. На первое место, друзья, сразу, блин. Бля, было прикольно. Прикинь, вообще тренды попасть в стримом. Это же вообще, да, пиздец, ебать, брата. Только не со Спанч Бобом желательно, блядь. Спанч Боб это такая, которым играет и закончится. Там все будут ржать, блядь. Да, это пиздец, ебаный рот. Так, погнали. Все. Так. Есть. Заебись, блин, Патрик. Так, сверху мы сделали. Так, точно. Трусики не у меня полностью, да. Трусы у меня полные, друзья. Так, сюда. 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 И еще, дружок, кристалл. Осталось еще три, Джонни. Хитро, хитро. Так. Хитро, это все сделано. Так. Так. Теперь. Бля, где я? Теперь. Где я? Так, тут я был. Подожди, стоп. Блять, где я? Подожди. Тут я ебнул. А, окей. Я, бля, запутался, прикинь, где я. Идем дальше. Это у нас получается, друзья, следующий уровень. Ебаный в рот. Просто вначале прогуливаемся. Без палева. Так, все это нахуй. Так. Я понял, опять пикать Патрика, как обычно, без него никак. Ебать, да, постоянно пикать приходится, ебать. Mm-hmm. Это тоже, на самом деле, минус, ебать, туда-сюда бегать. Это заебисто, да. Так, короче, ебать, этот поворачивается, так смотрит угарно. Так, пикаем тогда Патрика. Давай, Патрик, кот Том. Патрик, что у нас правильно умерно? Патрик. Без Патрика. Так, Патрик приехал. Идем дальше. Ты, кстати, видел оригинальный Спанч Боб, как он выглядел? Это пиздец, да? Для тех времен. Ну, графику мы реально нормально подкрутили. Ебать, чувак. Получается... Бля, это пиздец. Ну, если умрешь, заново статую ставить, это пиздец. Поэтому лучше не умирать в этой, блядь, игре, нахуй. Потому что статуи, они не остаются, понимаешь, блядь? На этой залупе. Это минус огромный. Я-то понимаю, брат. Скажи вот этот сложный уровень. Нормальный, средний, хуёвый. Ничего лучше не скажешь. А? Ничего не скажешь? Ничего. Лучше ничего не скажешь. Хорошо, лучше да, лучше ничего не говорит. Окей.
значит, пиздец. Так. Я тебя услышал, брат. Так. Ебать тут, ебать. Что тут, блядь, за беспредел происходит? Тут два рта, блядь. Это, кстати, прикольно они сделали, чел. Это они прикольно сделали. Ну да, пиздец, ребята. Наигрались, ребята. Ну и слава богу, ребята. Я худею, бля. Ебать ты дурак, Сергеич. Так, теперь мне нужно найти ебучий камень, блядь. Так, сейчас. Блядь. А нахуй это нужна хуйня, ебать? Ну, она же не просто так тут стоит, ебать. Или просто так она стоит. Все, ГГВП, блядь. Окей. Окей, alright. Бля, ебать, вот эта туча ебаная, ты меня доебешь. Да иди нахуй, а. А, понял. Да заебешь, блядь. Да, ебать, это Спанч Бобом нужно уничтожить. Это невозможно будет, брат. Это, клянусь, это не... Это Спанч Боб, иди ко мне, мой сладкий. Пиздец, черти ебучие, блядь. Вначале сейчас Спанч Бобом все найду, а потом решим задачу. Это пиздец, нахуй, я в шоке, блядь. Привет, Ульяна. Так. О. Залетаю. Я думал, блядь, он не сел. Сука, я бы тогда точно... Все, сейчас эти тучи нахуй сломаю, хуем собачьим. Короче, я примерно понимаю, ребята, что к чему. Не так уж и сложно, как казалось бы на первый взгляд. Но попотеть придет. Вот они, эти ебаные тучки. Почему? Почему? Бля, ёб твою мать. Ты чё, блядь, издеваешься? Бля! Бля, помогите! Бля, и что, их никак нельзя? Бля, что это за невидимые? Я помню, как-то их раньше ебашить можно было, блядь. По-моему, эти времена закончились. Блядь, пиздец, что это происходит, чуваки? Блядь, что происходит в этой игре? Я и понять не могу, нахуй. Бля, я понял, походу, брат. Сейчас я сделаю. Блядь, я походу понял. Блядь, все, отлично. Бля, не, нихуя не понял. Бля, да ебаный рот, бля, пиздец, ебать, игра невозможна. Нереально крутая, бля. Понятненько, ебать, понятненько. Игра супер, блядь. Понятненько, игра классная, нахуй. Ой, мне как нравится эта игра. Я ебал ее рот, блядь. Ай. Пиздец, я рот ее ебал, ребята, блядь. Запомните эти слова, блядь. Да я этого пикну, нахуй. Я рот ее ебал, блядь. Пиздец, я в шоке просто. На, нахуй. Что? Медуза ебаная ужалила. Блядь. Сука, она так смешно по... Бля, я просто в шоке. Да иди ты нахуй, блядь. Заебешь, пиздец. Я в шоке с этой игры, друзья. Столько несправедливости. Оу. That's much better. Так, хорошо. Бля, ёб твою мать. Ребята, это что-то пиздец. Кринжатина, ёбаная, блядь. Блядь, что это? Ну заебали тучи, блядь! Как их, как с ними расправить? Ну что это, пиздец какой-то, чуваки, блядь? Я просто понять не могу, что за заебистые уровни, блядь. Да хуй там плавал, блядь! Да я ебал эту игру, чуваки, помогите, блядь. Да не, шучу, не надо. Бля, я ебал просто, что за уровень, блядь. Так, чтобы нам это стрельнуть, нам нужно нажать. Точно, блядь. Точно, нам нужно сюда. Ты как сюда добралось, чудовище, блядь? Все, чуваки, я понял. Изичайшее для величайшего. Все, чуваки. Опять что ли, блядь? Сразу в кусты отбросил. Сейчас сделаю. Прыжок.
Погнали дальше. Лиза? Мама, я очень хочу кушать, блин. Я знаешь, из-за чего очень сильно тут... Бля, уёбище. Я очень много скипал. Я вот эта вот анимация, допустим, как это я её скипну случайно. Бля! Ебать, мне только руки дрожат, да, уже, бля. Страшно. Я сейчас попаду. Бля, че за бред? Прямо рук, блядь, уже не может попасть. Я мышка глючит, я тебе клянусь, блядь. Я смотри. Мышка. Я тебе клянусь, смотри, брат. Я тебе клянусь. Вебку. Что с мышкой? Подожди, стой. Реально с мышкой что-то. Бля, чувак, я клянусь тебе. У тебя рука трясёт. Смотри, чувак, я тебе клянусь. Да. Я тебе клянусь, брат. У меня... Бля, подожди, а что реально с мышкой? Сейчас. Может, режимы неправильные? У меня мышка, ебать, глючит, я клянусь. Я не рофлю сейчас. Бля, это да. Не возраст, нет, брат, только мышка. Так, сейчас. Давай с геймпада попробую. Вот сейчас с геймпада попаду, чекай. Вот, смотри, чекай. Вот, геймпад. Беру геймпад. Погнали, как там? Как ее тут брать? Вот, все. Смотри, брат, с первого раза. Он вышел из ниоткуда, блядь. Все, смотри, вот сейчас попаду. Бля, как там геймпад? Бля, сейчас попаду. На геймпаде тяжело просто. Блядь, да ебаный рот, на геймпаде сидит возраст. Кому ты расскажешь? Да подожди, когда друг сидит, специально всякая хуйня происходит. Блядь, на геймпаде сложнее ещё, чувак. Правда, на геймпаде вообще-то стрелял. Бля, ну я, блядь, я же не играл до этого, я играл на мышке. Бля, да... Чуваки, пизда, я в ахуе. Игра ёбнутая, бля. Бля, подожди, стой, я немного не так прицелился. Всё. Бля, подожди, стой, сейчас. Всё. Уже с первого раза. Хватит прикалываться. Бля, хватит, ты заебал. Не, геймпад пиздец багует, брат. Бля, понял. Всё. А, да? Да. И вниз, на. Бля, дай мышку попробуй. Спасибо, Сасин, за 20 рублей. Бля, сейчас, секунду. Играл Спанч Боб, пока не стал... пока не стал Патриком. Спасибо, брат. И пусть весь мир подождет. Да все, изи чайший. У меня, кстати, вот так не зарегло однажды. Да? Да. Изи чайший, дамы и господа. Тупо изи. И что же случилось? Ну, ничего. Все стало еще хуже, брат. Так, сейчас, стоп. Стоп, сейчас мы додумаемся. Как по шее нахуй. А? Что это за хуйня, брат? Это вообще в пределах нормы? Я на шифте был. Это в пределах нормы игра, алло? Камон! Опять прицеливаться, что ли? Не, там уже стоит. Это регает. Это нормально, блядь? Я в шоке, блядь. Что это? Это не нормально. Смотри. Time for a little sleepy snake. И по шее. Вот. Так, мог раньше сделать, чи не, блядь? Пиздец. Не, на этих похуй уже. Тут забей. Так. Тут эти кнопки уже поебать. Так, эту зарегало, видишь, зеленая, да? Сейчас посмотрим, что изменилось теперь. Так, больше у нас плиток нету. Здесь есть 100% информация. Плитка только была одна. И шанс был у меня тоже. Отъебись, блядь. Бля, я в шоке, вот эти тучи. Их нельзя, да, никак перепрыгнуть? Да, видишь, геймпад, мышка, ебаная. Да. Я тебе клянусь, мышка, блядь, пиздец. Это реально неудобно надо. Ну и чё мне это дало? Дало, блядь. Да, блядь, отъебись. Да я не понимаю, у меня мышка глючит, блядь, нереально. Я хуею просто. Что с мышкой, блядь? Соберись, тряпка. Надо мышку новую купить. Да не, это пиздец. На геймпаде привыкать к этим кнопкам, пизду. Я уже пытался это сделать. Да заебали их. Можно как-то эти тучи уебать?
Почему их нельзя убить, блядь? Ну почему, блядь? Ну почему их нельзя убить, блядь? Почему я заебался с этими тучами, нахуй? Я хочу сегодня игру пройти, а не завтра. Бля, они еще выше могут летать. Ну что это, блядь? Не, была, должна быть еще одна плитка, брат. Должна быть еще одна. Не, я тут не допрыгну, забей. Что мне это дало, я не ебу вообще. Не, еще, где еще одна плита, блядь? Ты вот тут, бля, походу ты вот тут и застрял, блядь. Да, ты вот тут вот застрял, нахуй. 100%, блядь, это пиздец, брат. Ну, примерно, примерно. Примерно, блядь? Да. Потому что нет еще больше плит, блядь. А. А. А, да? А. О. А тут кто у нас? Долбоёбик шестой. Да. Мама. Лопатка еще, блин, не нравится. Так. А тут я знаю, что делать, брат. Вот эту хуйню мы будем класть туда. Это нам нужно пикать кого, Джонни? Патрика! Нет, Сэнди тут нету, Джонни. Джонни, ты точно ее проходил, блин? Или за тебя проходили? Ты уж честно нам скажи. Вот только куда ее класть? Вот это уже, дружище, другой вопрос. Да. Так. Ладно, нам нужен Патрик. Так, пикаем Патрика. Все, друзья, разгадка близка. Мы практически это прошли. Спасибо большое, блин. Так, это нам сюда. Да иди нахуй, блядь. Так. И правда, куда? Так, сейчас, брат, нам нужно вот сюда. Мы открыли, с помощью этой хуйни мы открыли, видишь, вот это здание. Берем эту хуйню. Так. Идем сюда. Попробуем. Давай попробуем разные схемы. Блять. Обойду. Ну его нахуй, блять, этого долбоеба. Попробуем, друзья, разные схемы. Ну всякое бывает. Мне кажется, тут полностью против. Да заебали, блять. Ой. Так неожиданно и приятно. Так, стоп. Хорошо. Да заебут, блядь! Ну заебут же, заебут, блядь! Так, плитку мы сделали. Так, давайте проверим. Там мы, в принципе, ни докуда, в принципе, не допрыгаем. Это хорошо. Да. Есть у меня одна идея, брат. Тут нахуй. Бля, ёб твою мать. Есть у меня одна идея. Нам нужен арбуз, да? Так, где мы помним арбуз? Ну ебать, нам нужно сразу с ним допрыгать. Да это заеб... Значит, тучи никак не убить же, да? Подумай. Тучи можно убить? Блять. Ну, тучи нельзя убить. А, ну понятно, пиздец. Можно убить чувака, который призывает тучи. Да? А, это кто, блядь? Иисус Христос, что ли, нахуй? Вон робот. А, робот? Он летает зонтиком, блядь. Ёбаный хуй. Он сверху, да? А, точно, блядь. Бля, а то он заебёт, реально, нахуй. Не дадут думать, пиздец, с этими, блядь. Ёбаный дебил, блядь, сука. Реально раздражает уже. Погнали. Хорошо. Хорошо, друзья. Допустим. Где он нахуй с этим зонтиком, блядь? Нам нужен арбуз, блядь, без него я думать не могу. Да где этот робот, блядский, блядь? Да ты заебешь, иди нахуй. Бля, как же он надоел. Я не вижу ни одного робота. Ориентируйся на звук. Пиздец, ебать. Там нажимает на кнопку. Бля, гандон ебаный, где этот робот? Сейчас. Да, слышу где-то. Где ты нажимаешь, черт? Это я в дискорде.
Бля, он меня раздражает, блядь. Где ты, уёбище? Он издевается надо мной, что ли? А, вот он, кусок дерьма, блядь. Долбоёб, блядь, кнопки понажимаешь, да? Сейчас я на тебя понажимаю, блядь. Бля, жалко, у меня этого Спанч Боба нет, чтобы этого... Бля, похуй. А, была, не была. Бля, этот ебан от меня не... Бля, он заебёт, серьезно. Я богом клянусь, он меня затрахал. Я возьму Спанч Боба просто потому, что хочу его грохнуть, блядь. Надоел уже, серьезно, блядь. Уже ни в какие ворота, блядь, не ли... А, да? Все, я сейчас... Чё? У тебя ноль трусов, каким образом? Ноль? Да. А что? Я только что этот отхуярило, блядь. Ну и что сейчас новые найдем? А, да? Все, блядь, брат! В чем проблема? Теперь нам нужно найти арбузы. Давайте посмотрим, где арбузы. Бля, заебал он этой хуйней управлять. Все, наконец-то! Так, чтобы Патрику туда залететь, ему нужны арбузы, правильно, брат? По-другому он туда никак не залетит. Так. Где же взять ему арбуз? Так. А хуй его, блядь, знает, где его взять арбуз этот ебаный. Вспоминаем. Где же, блядь, растут арбузы? Не-не, хуй там плавал, блядь. Слишком хитро, да, по-моему, блядь, было, брат? Так. Трусы есть, брат. Хотя ноль было. Да, я видел. Так, это хорошо. Тут нету арбузов. Тут есть только одна грамотная лопатка, брат. Угу. Если мы найдем, как ее взять, это будет шикарно. Далее. Тут нету ничего. Тут есть... А что если... Что? Блядь. Не тот случай. А что, если я прыгну с другой стороны? Хотя... Не, это, бля, братан, не работает, забей. Бля, я хотел быть гораздо хитрее, нахуй, но не вышло. Меня не пустила игра, короче, чуваки. Так, ладно, хорошо. Где же растут арбузы? У ебучего Патрика. Ну, они... По идее... А, вот. И еще одна штука. Да? Друзья, это гениально, чекаем. Вот оно что, брат. А, да. Это же хуйня. Да? Чувак, это изичайше. Чекай. Вы понимаете? Мозги-то заработали, да? Безалкогольная жизнь помогает, друзья. Так, все. Летим дальше. Прыгаем сюда. Выпрыгиваем сюда. Поехали. И идем за ебучей подсказкой. Так, отлично. Берем, короче, сейчас робота и перешагиваем его. Вот он, мой сладкий роботик. Иди ко мне, моя маленькая. Хорошо. Так. Легкотня, блядь, как же легко пока что. Так, сюда. Бля, башкой-то пришлось подумать, блядь. За одну блядскую лопатку, чуваки. За одну блядскую лопатку. Так. Сделано. Ебать. Ебать. Ебать, брат. Ля. Но можно сделать еще легче. У нас осталось же две, да? Арбуз нам нахуй, брат, не нужен. Смотри. Смотри. Есть что гораздо интереснее. Берешь вот эту залупу и бежишь с ней. Погнали, брат. Мы же уже взяли. Она не исчезает никогда. А с арбузом будет нереально пройти, понимаешь? Как? Блядь, точно. Блядь, что я сделал?
Мы не успели. Надеюсь, прошу. Бля. Отлично, ебаный урод. Сука, я обосрался, прикинь. Думал, все, ебать, конец. Так, смотри. Как он успел? Бежим тогда на эту хуйню. Где она прыгает, блядь? Ну это хуйня, я понял, ебать. Так, одну взяли, у нас осталось две. Я понимаю, где эти две. Хорошо. Блять, уёбище! Уёбище, не! Боже, не! Боже, не! Нет, блять, уёбище! Ну почему, нахуй, брат? Ну почему? Ну сука, ну это же... Бля, ну почему именно сейчас? Ну почему он, а не я? Сука! Так. Бля, ненавижу эту игру, чуваки. Ненавижу, нахуй. Ладно. Сука, какое же уёбище, блядь. Так, короче, знаешь, как сделаем? Так. Ну, это понятно, куда мы сейчас бежим. Понятно, хуй. Эй, этот сейчас гандон мне не даст, блядь. Да иди нахуй, а, уёбище, блядь. Бля, еще этот же тучи! Ой, блядь! Ну, сука, нет! Еще этот тучник ебаный, блядь! Как же он меня затрахает сейчас! Заодно, короче, возьмем тот камень, блядь, и ебнем этого робота, блядь, ебучего. Бля, ну, сука, что за игра тяжелая, ребята, блядь? Что за игра, пиздец, тяжелая? Я в ахуе просто. Скоро спать, еще, брат. Окей, брат. Пиздец, ну это реально жестко. Ну я да пройду сейчас, я уверен. Спасибо, что без подсказок, кстати, блядь. Потихоньку думаю башкой. Опа. Ну на самом деле это не так сложно. Капитан Америка, Fortnite. Time for a little sleepy snake. Ты мой маленький, иди сюда. А, хорошо. Это что еще за кусок говна, блядь? Так, теперь мне точно нужен, а, ну ты понимаешь кто. Теперь мне нужен Патрик. Нет, не нужен Патрик. Тучами кто будет? Привет, братик. Да ёбаный рот, что это такое, блядь? По ему напоминаем себе, что по ему проблема. Так, по ему пиздец. Но не сегодня, брат, не сегодня. Да, но не сегодня. Мы все-таки смогли это сделать. Теперь берем Патрика и проходим уровень, ура. Все, ребята. Ух, лучше. Бля, заебёт! Иди нахуй отсюда, от меня. Подожди. Подожди, стоп. А? А где коробка? А где реально коробка? Где коробка, блядь? Пиздили цыганина. А реально, а где коробка, чуваки? Нет, Джонни, ты сам понимаешь реально, что за хуйня? Я вижу, это баг. Что за бред? Где коробка? Бомжи спит. Ебать! Мне надо перезайти, да, мне кажется? Не-не-не! Подожди, стой! Это баг или проходи что? Так. Это баг. Попробуй в воздух прыгнуть. Попробуй там прыгнуть, где коробка должна быть, слышишь? Я не знаю, брат, это пиздец. Привет. Блять, это пиздец. Чуваки. Просто взяли коробку, спиздили, слышишь? С нихуя. Просто коробку пизданули. Это вообще нормально, блядь. Ебать, почти 4 утра, да, по Москве? По Москве. Да. Я охуею. Москва.
В 2 часа ночи, прикинь, запустил, братан. В 2. Лучше, блядь, режим пиздаты. Сколько мы... Подожди, сейчас это получится. Ага. Вообще охуенный режим, брат, и не говори. Блядь, тут мы, короче, все сделали. Блядь, чуваки, это просто мега-баг, нахуй. Так, идем, короче, за... Ну, ты понял, чем, да? Так, этот мы взяли, зачем? Да? Зачем? Так. За этой залупкой, ты понял, короче. Бля, а чё с коробкой реально случилось? Бля, нужно сейчас с первого раза пройти, чуваки. Вот эту хуйня мне нужна. Погнали. Так, отлично. Оп. Хорошо. Надо, главное, тут нормально прыгнуть, брат. Иначе пизда. Подожди, а где листья? А, есть. Вон. Да, бля, я думал, сейчас еще листья, блядь, пофиксили. Бля, я обосрался. На секунду, слышь, брат. Бля, да. Коробка врвата. Да, это жесть. Не, ну это реально что-то не смешно нихуя. Ты еще, я думаю, я где-то еще ступил, понял, блядь? О, все, чуваки. Все, лучше. Да, друзья, блядь. Да. Вы начали. Что, туда нужно же, да? Куда? А-а-а. Вот сюда. Ну как? Ебу, что ли, блядь? А, знаю, брат. Закину просто. Закинули же, есть? Бля. Бля! Я хуею, бля, чуваки, забейте. Так, если я ту возьму. Так, стой. Ебать за туп, сука. Я туда не пройду, бля. Короче, та, что внизу, слышь, та, что внизу, да? Uh-huh. Она мне дает листья, правильно, по которым я прыгаю? Вот это да. Да, она мне дает листья. Так. Еще один камень. Так. Да, ну, по идее, да. Нет. Бля, подожди, стоп. Или да. Бля, ща я подумаю. Ну, туда я не закидываю. Она не закидывается туда, брат. Бля, ну я туда не запрыгну, слышь? Бля, ебать, да, сложно, чуваки, ебать. Вот этот камень мне нужно любым образом туда замутить. Любым, братан. Как я хочу. Не нужно по-любому. Может, он как-то отрикошетит, дай бог, ебать. Бля, пиздец, сука, чувак, это просто забей, нахуй. Ебать, да, придумали. Ты на этом, да, затупил? Я тебе скажу так, у меня вообще, типа, я... У меня баг был. Я тебе потом скажу. Но у тебя произошло то, чего у меня не было полчаса. Серьезно? Из-за этого я не мог пройти, да. Блядь, пиздец, чуваки, я ебал. Ебать сложно. Но у тебя это уже случилось, поэтому ты, типа, должен быстро это уже пройти. Ну, мне нужно туда камень, в любом случае. Так. Ладно. Давай этот оставим здесь временно. Правда, я абсолютно так же делал, не волнуйся. Да? Я так же думал, сейчас подкину, тут оставлю. Вниз летел. Если я возьму один из камней, что-то закроет. Бля, чувак, я бы мог взять... Бля, у меня же баг, слышь? Я мог бы взять эту хуйню и через коробку. А, ну я бы не прошел бы, да, с коробкой этой, с этой хуйней. Спокойно так можешь пройти. Прямой. Просто дольше будешь. Все, я походу догадался, брат. Так. Изичайшая. Изичайшая, пацаны. Пошла девочка моя. Додумался, блядь, наконец-то. Ебать. Поехали.
Все, чуваки. Все! И ты понимаешь, у меня не было кнопки, что я туда добросить могу. Не было кнопки? У меня не было ее. У меня ее не было. Серьезно? Я не мог туда кинуть. И что ты сделал в итоге? У меня потом в конце, ну, типа, заработало, типа, о, вижу, добросить могу. Ага. Я до туда не мог добросить. Пиздец. Ну, а ты себе немного усложнил, для этого арбуз у тебя существовал. Да? А не камень, блядь. Да похуй, ебаный в рот. Главное, дело сделано, брат. Что все, ты? Наконец-то, блядь. Наконец-то. Этот уровень заебись с тем, то, что тебе постоянно нужно менять эти... Да. Ну, благо мы и додумались, нахуй. В данном случае я, а ты у себя имею в виду. Наконец-то, бля. Я просто ебал эту систему. Стоп. Но там есть лопатка, правильно? Угу. Ее нужно как-то достать. Так. Ну, каким-то... Ну, это, наверное, к нему, да, уже нужно идти? Не, ну да, брат. Так. Ну, тут бой по-любому ты его не достанешь. А, хотя... Одна-то у меня не активирована. А что у меня не активировано? Стоп! Иисус Христос, блядь. Подожди, что тут?